Добрый день. Продолжаем прогулку по парку Fontanelle Forest. Я специально подошел к пруду, чтобы послушать самоквакских. Я соскучился по лягушкам в течение всей зимы, но меня ждал сюрприз, гораздо интереснее, чем самоквакские. Посмотрите, это у нас черепаха, они тоже проснулись, они у нас здесь живут. И вот она вылезла на охоту, к сожалению, она меня увидела и сразу нырнула. Вот. Но если мне сюда пошариться, то, возможно, я, наверное, еще найду. Значит, они здесь живут. О, а вот самоквакские. Оставайтесь с нами на канале.